Дарить добро детям в эти рождественские дни продолжают неравнодушные люди. Благотворительный концерт в Минске собрал около 300 особенных ребят. Перестаньте, я первая выйду, а потом вас позову. А мы на четвереньках выползем. Зачем? Так смешнее! Праздничную программу для детей с ограниченными возможностями подготовили коррекционный центр и театральная труппа «Зоолог». «Волшебный календарь» – это увлекательное путешествие, где главные герои перемещаются в сказочный лес и Антарктиду. Юные зрители не остаются в стороне. Они помогают героям решить загадки и преодолеть все препятствия. По словам организаторов, помочь детям преодолеть себя – главная миссия таких постановок. Многие ребята сидят дома в связи со своими особенностями. Поэтому вот такой выход сюда, посмотреть настоящую новогоднюю сказку, я думаю, для них это большой праздник. Праздник для родителей, окунуться в атмосферу сказки, атмосферу Рождества, потанцевать. Дети вместе с родителями и героями представления дружно звали Деда Мороза и Снегурочку, и без подарков не остался никто.